Ты где? А ты где? Ёкала-выдыкала, блин! Да я тебя видел, я даже прицелился и клацал на тебя, но не попал. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димаздер Драгон, King on Fire, Магический Чай, Субер, Бродяга, Чебузарик, пацаны, поздравайтесь. Я Чай. Всем привет. Я сегодня Абраган. И для олдскульных подписчиков и тех, кто смотрел мои старые ролики, спою популярную песню. А я иду, иду на работу в пиццерию. На-н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 а. Если тебе текущий приятного аппетита, а у нас выживание в лабиринте, и я буду начинать ставать злым аниматроником. Погнали. 3, убегаем. 2, 1. Псих выбежал. Кто первый умрет, не тот кто бегать. У нас будет? Тот лох. Лохашка. Да не, лохом будет лучше быстрее. Так. На работу в пиццерию бегу, надо очень быстро бежать. Не надо бежать. Надо. Я ищу вас. Мне вопрос такой интересный. А ты можешь по лестнице сбираться? Кстати, наверное, это хороший вопрос, на который мы сейчас будем проверять эти ответы. А это сейчас вот с вами мы вместе и узнаем. Кто сыграл Лунтик? Отсылочка к Лунтику, да? Да. Так, это где? Ребята, кто очередь. Сейчас смотрит, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Заходите, ролики выходят каждый день. И заходите и куда? Обязательно на Дискорд-сервер. Потому ссылочка что в описании. Вот так все, кто с нами вот сейчас записывает, они так и начали с нами записывать. Заходили на ролик, увидели Дискорд ссылку, зашли в Дискорд и зашли на ролик. И теперь я тут. И теперь иди они тут. Иди на башню. Да иди я на иду, башню. Блин, тут, блин, вы же быстро пробежали, я какой-то медленный рахит. Я добежал до башни. Так, ну что, начинается веселье. Кстати, мне не обязательно прям прицеливаться, я могу даже немножечко сбоку убивать. Ну что, и момент истины. Я не могу подниматься. Райдер Драгон, какашка. Так, я видел, кто-то здесь спрыгнул. А ну, подлец, ты где? Я уже спрыгнул. Я видел, я слышу запах говна. А, и, кстати, в подземном лабиринте привет. Тоже нельзя, то я вас вообще никогда не убью. Привет, Дима, пока. А где ты? Я видел тебя только что. А где я ты? Мину. Вижу. Так, тпхаться не могу, ничего не могу. Дима, так, привет. Хороший знак. Так, надо найти команду, чтобы ограничивать вам бег и замедлить вас. Это было бы эпично. Бомбу нашли взрывателя. Без прыжков. Давайте тогда интереснее. Без тут всяких бомб, без всяких бодихопа прыжков. Во. Дима, конечно. Да. Я вас и так убью, я вас и так. О, вижу. Дима, я останавливаюсь. Ах ты! Тихо, ребятушки. Вижу. Первый сейчас умрет. Полюбасу я его убью. Не, ну может Дима, и не убью. Димка, мы это нашли след из бомб. Что нам делать? Не знаю. Убивайте Кингачпука, это его бомб. Кингачпук, иди сюда. У нас не бомб. Так блин, да как я его не убил? Вы видели, он прямо на голову мне упал. Ты чего? А ну быстро стоять! Быстро стой! Быстро! Ну, придется вам умереть. Блин, а я не убью, наверное, никого за этого челика. Уйди. Очень сложно. Можно другого аниматроника. Знаете, что я скажу? Я заблудился в лабиринте, я никого не видел, я потерялся. Что делать? Ты потерялся? Так я иду тебя спасать. Я пойду по всей карте. А вот хрен тебе, я вот хрен тебе хочу попадаться. А я вот слышу, что тут запах какого-то неприятного говна. Значит, я иду по запаху. Я тоже чую. Чуете? Какого-нибудь. Да. Драгон, это ты сделал, да? Нет, это кто-то из этих людей. Я здесь выбежал опять до спауна, и никого не вижу. Ты слышишь звуки? Да, слышу. Это ты пукаешь? Это я. Дима, меня будет идти хавать, а я ему дам патроны. Я подсказки даю ему. Иди, я пример. Я потерялся в этом лабиринте. Где я? Так, давайте проверим. У нас же много аниматроников. Кто у нас еще есть? Вот этот есть челик. А ну-ка, давайте за него. Он медленный. А ну-ка, Фокси. Ладно, я поиздаю звук, дофига вам. Тоже медленно. Дима, ты меня никогда в жизни Ой. Не найдешь. Все время Дима... звуки издавать, Дима. Слушай, где. Ой, прикольно, ребята, я теперь вижу все издалека. Блин, плохо, что когда я бью, я останавливаюсь. А че я остановился? А, я останавливаюсь на очень долгое время, когда дамажу. Так, давайте Дима, возьмем. Ты слышал звуки? О, даже интереснее возьму пушку. О, вообще классно у меня. Готов слушать звуки?
Да, пацаны, я поставил батарейку на 1.5 вольта, поставил на 3 вольта. И у меня аниматроник как-то бегает очень стрёмно. Хе-хе-хе, иди сюда. Блин, да никого не убью, мне кажется, это нереально. Это очень сложно. Вы же еще видите, хитрые. Прыгаете, убегаете, меч используете, Звездные войны, конечно. Ладно, Дима, будем без мечей, пацаны, так интересно. Да не, просто я хотел, чтобы они, конечно, будут в следующий раз убивать. Берите телепортирующиеся тогда. Сейчас. Блин, столько игроков играют, я никого не могу встретить. А знаете почему? Потому что здоровенная карта. Сейчас. Я приготовился к тому, чтобы вас убивать. Давайте сделаем по красоте это все дело. Дима, когда за мной будет бежать, я ему дам пули от бабули. Есть пули от бабули? Да. Короче, я взял аниматроника, который лазит по ступенькам. Можете на башню залазить. Наконец-то, наконец-то, Дима. Так, для начала я буду видимый. А потом буду невидимый. Дима, слышишь? О, слышу! Стреляй, стреляй, стреляй! Я иду. Подожди, 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 сейчас перезаряжаюсь. Готов? Я стреляю. О, теперь я стреляю. Слышу, 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 иду. Все, я теперь не буду издавать звуки. Дима, ой, там... хорош, хорош, ребят. Ну это очень, конечно, читерски то, что я сейчас сделаю. Ну, моя цель. О, вижу, 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 ребята, куда вы бежите. Так, Димка, отлично. Я вылез, и, наверное, зря. Так. Ау, чё, урон получил? Дима, я в конце лабиринта, я тебя жду. Давай, иду, 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 иду. Есть идея, я кидаю гранату, короче, где взрыв, там услышишь, Дима. Хорошо. О, привет, Дима, я внизу. Чё-то я Дима, походу, никого не убьет за сегодня серию. Не, Дима! Убью, ты чего? Дима! Сейчас я же киллер, я же снайпер, аниматроник-снайпер, знаете такого? Ты на нас как Эль Прима прыгнешь? Мне страшно. Так. Эль Прима. Эль Прима. Ну что, ребята, начинается охота на жертв. Начинается игра, да. Сейчас начинается режим невидимки у Димы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Первый есть. Лох первый попался. Все, первый лох попался. Ай-яй-яй. Блин, это было прикольно. Ну, знаете, что, по крайней мере, я попробовал убить с аниматроников FNAF 6, потому что это новые NPC, которые вышли. Если этот ролик наберет 3000 лайков, мы сразу делаем обзор на вот этих вот новых NPC-шек. Здесь их очень много, они все крутые, и они обновленные. Нам тоже искать. Слышите звуки? Нет. Ты давай. Подожди, сколько вы там убили? Я? Подождите, Кинга Фар, теперь аниматроник, магический чай, аниматроник и чебузаврик. Так, вижу там еще одну жертву, вот смотрите. Ой, блин, он думал ко мне навстречу идет, он так и идет ко мне навстречу. Смотрите, ждем его. Сейчас, сейчас, сейчас выбежит. Видел. Ждем, 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 ждем. Сейчас выбежит. Ты там жди, сиди, а я пойду. Ты меня увидел, да? Да. Ах ты хитрый, смотрите, ребята, как можно его найти сейчас. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он бежит. Так. Это симуляция. Пацаны, знаете что, мне нечем заняться, я даже уже стреляю по всей карте. Я жду. А, так тебя не убили еще? Меня нет, я. А, все, все, все. Драдрагон, надо было сразу сказать, что ты хочешь умереть. Я нет, я. Я тебя сейчас найду. Надеюсь, ты же не на подземном лабиринте. Нет. Хорошо, ребята. Я залезаю на стены и ищу его. Я знаю, где Драдрагон. Я его видел под водой. Да? О, тут блин, не есть? Надо туда идти. Не надо под воду идти? Не надо, не надо. А не, никого вроде нету. Мы последний челика нашли. Зубр! Вот, все, я остался выжить. Ты один остался? Да. Все, я вы. Получается, это что, лучший игрок за сегодня? Да. О, давайте получается так, что он может теперь использовать любую оружку. Можно прям любую, прям все. Но бомбы нельзя. Админский пистолет можешь. Пацаны, кстати, ребята, это же прикольно. Админский пистолет. Я, кстати, против админского пистолета еще не воевал. Ой, лагает, лагает что-то. Ой-ой-ой. Зря я сделал это оружие. 10 FPS. А где же этот подлец, а? Я его видел, конечно, мне кажется. Я по стенам лазю, тут ищу его. Я уже всю карту 30 тысяч раз облетел. Он в конце карты, кажется, был. Ну тут все обстреляно и горит все. К чертям. Да, точно. Подожди, а как же он по нему. Как же он сюда стрелял? Я взял петух. Я петух взял, чтобы использовать. Да подожди, так, а как, а где ты? Это, на нем не летает только драгон. Смотрите, где я. Ой-ой-ой, это нельзя стрелять, понял.
Увидел, ну... увидел, увидел его, увидел. Еще раз стрельну. А нет, Дима увидел меня все. А нет, не увидел, нет, не увидел. Это фейк был. Это был фейбл. Я серьезно не вижу, где вы все. А где постреляй? Не, не могу стрелять, потому что лагать будет. Ну стреляй обычным пистолетом. Давай так. Гранату кинь. Давай. Слушай. Я не слышу. Ты где-то в жопе драпишь. А вы в невидимке вообще бегаешь? Нет, да. Я в невидимке, я уже не в невидимке, я уже все. Ну постреляй, я не слышу. Ну. Я тоже не слышу. Я прям сильно стреляю. А ну еще. Логически, я слышал. Вылазь сейчас воды. Он был под водой все-таки. Эй, марионетка, вылазь из воды. А ты что, меня видел? Это я. О, блин, ребята, на этой карте я нашел топовую нычку. Боже, боже. Я нашел его, он на спавне, он на спавне. Он на спавне был? Так я ж тут был. На спавне. Он там в лабиринт зашел, кажется, уже. Опять? Да. Слышь ты, голова бокс. Голова жоп, ты чё чудишь? Он за серебря не убьет никто. Так я его не вижу, значит не в лабиринте он, его нету. Я в лабиринте. Он уже забежал, он только что забежал, он меня убил и забежал. Да его не вижу. Он уже сбежал на бэхопе. Еще раз. Ах ты ж бэхопе. Иди сюда, я тебя найду и съем. Так а где он? Есть, молодец, Кинганчук. Ну наконец-то ты убил его. Ну что, давайте возьмем, можно брать любых аниматроников и каждый сам за себя. А, да? Да. О. Готовы? Не-не-не, а, нет, нет, нет. Три, два, один. Битва началась. Каждый сам за себя. Это, походу, долгая, но веселая война. Ну-ну-ну, где-то ж ты есть. Давай на счет три станем видимыми. Давай, сейчас вылезу только из лабиринта. Давай. Давай, раз. Два. Два. Три. Три. Ты где? А ты где? Ёп! Колыводыкало, блин! Да я тебя видел, я даже прицелился и клацал на тебя, но не попал. Я тоже клацал на тебя. Ты говно, как и я. Ладно, все, ты выиграл? Да. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Пока. Если ты сейчас...